Часов 40 будет. Или надо походить по мне. Что-то мне подсказывает, это займет дольше, чем спидрата Лунатика. Ну, кто мог подумать, конечно, да. Короткие спидраны делать все же куда сложнее. Вау, это было сейчас опасно так-то. Я вспомнил страты. Блин, я все еще не пошел мириться об 2 минуты, что? Капец, это тонко. Как тут делали саб 2 минуты этот мир? Я не понял. Чё? Минус 15 с половиной, ок. Ну чё, я сейчас зато всё слайну диагонал. Было бы хорошо. Сохранил бы еще 10 секунд. Мэ. О, мау. О. Я же говорил first rider. Ой, я зато теперь знаю, какие блоки льда надо бить. И все, заживем чё-то. Прекрасно. О нет, я потерял полсекунды. Как же жить теперь? Хорошо.
Ну чё, иду на 48 минут первый мир. Может быть. Хорошо, хорошо. Две смерти. Вот это уже больше похоже на спидран. Там реально. Минус минута. Лол, это точно саб 8. Идиот. Рефлекс работал. Прекрасно. Жесть. Голд, голд, голд. Хороший ран. Знаешь, что его придется слить, походу. Это за 80 даже с переходом на второй мир. Офигеть. Все же это возможно. Окей, время потерять эти почти что полторы минуты. Угу. Я-то умею потерять время. Хранимся. Я знаю, кто это не имеет смысла. О, сейчас главное не смочь вовремя отжать шут. А я смог. О, сейчас главное официально гей. Смог. Ну все. Сейчас голд будет.
О, сейчас главное сделать сапсор. Есть, поможет. Хорошо. Это даже S-ранг, представьте. 2.22 и одна смерть. Минус 22 секунды. Офигеть. Ну чё, VR-пейс? Ахаха. Какая-то смешная шутка так-то. Про VR-пейс. Кстати, надо мало яйцо. Иди. Нет. Оно капец жирное. Так, этот скип. Легчайший. Ты гонишь? Важно. Экстрим страты. Я, по-моему, еще ни разу так не умер от этого отжатия. Прекрасно. Угу. Ничего страшного. Вот такие короткие смерти — это еще норм. Круто. 2.19. Хорошо иду. Почти минус 2 минуты. Офигеть. Точно хорошо иду. Эти голды же будет очень сложно побить потом. Я забыл. Ну чё, короткая смерть. Добиваю. Окей. Еще один голд.
Минус 12. Я уже отыграл 2 минуты, а то был всего лишь второй мир, что? В смысле отыграл? Происходит. Я еще могу отыграть 3. Это тогда может быть хаб 38. Даже не сап 36. Надо вспомнить клину. Раз влево, раз вправо, вправо. Потом в центре. Я вспомнил вроде бы. Так, скип. Скип. Сейчас будет. Окей. Я даже не буду тут двигаться. Мне страшно. Хорошо идет. Надеюсь, что... Ничего страшного. Я даже подожду эту платформу. О нет, я потерял 5 секунд. Все, это уже не сап 38, побегу от Хэнс. Гол. Все, сейчас пройду до так, ты уже будет саб 40, то есть. Офигеть. Так, я вспомнил. Мэ. Хорошо. Ау. Да. Пока это все короткие смерти, то вообще пофиг. Гениальная слота. Она все же работает. Я тут не буду разничать. Окей. Ну все. Сабсорб, поис. Уже в середине рана. Круто. Чем я склонился? Никуда.
О! Вау. Неплохо мне так повезло с уроном как-то. Прям офигеть повезло с уроном. И вот так быстро снес. Что? Почти минус 12 секунд от босса. Ой, сейчас можно уже легко слить время. Блин. Нет. Нет, а так. Нет. Уже надо делать лунатик джамп в конце первого же экрана. Окей. А потом еще странный гей. Окей. Было близко. Ух. Самое страшное пройдено. Вообще я так подумал, может быть тут можно еще как-то третий уровень пронести на следующий экран. Я не знаю зачем. Ну а вдруг было бы полезно. Но, по-моему, это лишняя трата времени. На пролом. Окей. Круто, круто. Тут amazing, man. Самое страшное пройдено. Теперь у меня таймсейф аж 4 минуты. Тупо каждый сплит минус. Каждый плит сохраняет еще больше времени. Это я понимаю, спидран. Я забыл ресетнуть тут. Да ладно. По идее, у меня должен быть хороший цикл, кстати. Потому что я построил ту фигню. По-моему, он не будет хороший цикл. Хотя нет, оно... А, нормально. Так, сейчас будет немножко страшный сегмент. Мне надо пройти все, кроме последнего сейва, без смертей. Окей, у меня сейчас было прям дофига времени, на самом деле. Возьми это сначала, конечно. Ай! Блин, он прям... Мне уж сердце стукнуло. Ну чё? Подумаешь.
По сути, это был почти идеальный второй мир. Не осталось только вспомнить паттерны Квинны. Не осталось, что мне еще повезло с позиции Квинны. Раз-раз влево, раз-раз вправо, вправо, в центре. Все. Я помню. Впервые заново потерял время, кстати. Кошмар. Потянет. Не потянет. Вот сейчас потянет. Раз, раз, влево. Раз, раз, вправо. Еще раз. Так. Шикарно. Блин, я не взял. О нет, я сейчас не успею. Успел. Ну все. Успей, успей, окей. Быстро убийство сделано. Plus Amazing One. Это прям меня сохранило секунд 20 или 30. Прям мощный. Минус 35 даже. Ой. Потерял время. Потерял 2 десятых секунды. Почти минус 5 минут. Жесть. И теперь я могу даже себе позволить смертью на вейлоке. Если я, конечно, тут не пососу. А этот пососу. Мы же все это знали. Ох! Смешно. Это уже не VR BTV. Забавный факт. А я всего лишь хочу саб 40. Прекрасно, я даже не отжал кнопку. Так. В жопу телепорт. Только не на этом ране. Ёлка. А он еще не успел. Успел. Тут тоже в жопу телепорт. На вот этом вот экране. Хорошо. Круто. Сурово. Минус 5. Саб 38 пейс. Осталось не соснуть тут. А, конечно же, тут сосну.
Это невозможно. Забавный факт. Минус первый. Остался самый сложный для спидрана там. Не-не-не-не-не-не. Сойдет. А, конечно же. Ничего, такие короткие смерти это еще надо. Все, теперь тебе запрещено умирать. Запрещаю вам умирать. Хорошо, все, погнали. Я все равно потерял время, что? Но это все равно САП 38 потенциал. Короче, понял, у меня был идеально проранен второй акт. Впрочем, я не удивлен. Двадцать смертей. Иди нафиг. Ой, сойдет. Я чуть подзабыл страту и бегаю. Хорошо, остался лишь последний босс. Ну все, сейчас по традиции надо просидеть до часу, да? Минус 5.15. Пожалуйста. Прошу.
нервы. Ой, блин. Эй. Нет. Сука. Пофиг. Есть пени. Это было так подло, как я не знаю. Саб 40, давай, саб 40. На самом деле это даже саб-группа. Все еще. Окей, знакомый рандом. Опять? О, нет. Я рано пошел. О! Не, это так и неудобно. Что? Нет! Спаси. Ежиш. Просто соси. Понял? Саб 39. Как обычно, я сделал то, что не ожидал. Перевыполнил план. И как обычно, со второй попытки, кстати. Опять. Ладно, все. Спидран это ТТ2 закрыты, кстати. Все, больше спидранов не будет от ТТ2. Пока что. Круто. Хорошо. Thanks. Поза GG. О, что? Еще одно второе место взято. Теперь у меня в таблице второе, первое и второе место в трех категориях. Я доволен.